Коллеги, давайте подождем еще минут пять. Может быть, кто-то еще подойдет. И тогда уже начнем. Коллеги, я думаю, пора уже начинать. Приветствую всех на очередном вебинаре компании «Акматика». Представлюсь, меня зовут Кожевников Роман. Я продукт-менеджер по VIP
оборудованию компании Пиматика. И сегодня я хочу представить вам линейку продукции от компании Gigaset Pro. Давайте начнем. Компания Gigaset 100% сфокусирована на бизнесе IP-телефонии и ведет бизнес в более чем 69 странах мира. Примерная доля рынка на сегодняшний день у компании Gigaset это порядка 35%. Можно сказать, что Gigaset это бренд номер один по DECT в Европе. Соответственно, немножко расскажу о компании, о том, как компания развивалась, да, и что мы сегодня имеем на сегодняшний день. Первое подразделение по производству DECT-телефонов было организовано компанией Siemens аж в 1993 году. Вот. И с течением времени компания Gigaset отпочковалась от компании Siemens и, соответственно, было принято решение постепенно выводить таким образом новый бренд на рынок. И, соответственно, сначала компания называлась Siemens Gigaset, потом Gigaset Siemens, и вот на сегодняшний день это уже полноценно функциональный бренд, да, под собственной торговой маркой Gigaset. Вот. И, соответственно, качество осталось такое же, как было, когда компания называлась Siemens. Производство и офис компании Gigaset находится в городе Бохольд, Германия. Вот, на среднем слайде вы видите все помещения, которые входят в компанию Gigaset. Это складское помещение, офисное помещение, да, и, соответственно, производство. Все находится в одном месте и делается абсолютно все в Германии. Соответственно, по боковым слайдам вы видите производственные линии компании Gigaset. Здесь нужно отметить то, что производственные линии максимально автоматизированы, максимально использована робототехника, и человеческий фактор практически снижен к нулю, потому что люди участвуют в процессе производства только в конечном этапе контроля качества. Вот. То есть это реально качественный продукт, который сделан в Германии. На данном слайде вы видите весь модельный ряд линейки Gigaset Pro. Это проводные сеть-телефоны Maxwell Basic, Maxwell 3 и Maxwell 10, которые сегодня у меня стоит на столе. Также это микросотовая и синглсотовая система вместе с гибридными сеть-телефонами. Ну, давайте поговорим о продуктах поподробней. Как я уже говорил, у компании Gigaset есть решение синглсотовые и микросотовые, да, DECT. Продукт под названием N510 – это синглсотовый продукт. Это значит, что есть ограничения по подключению телефонных трубок. Вот. То есть на синглсоту это до 6 телефонных трубок, соответственно, да, и до 6 репитеров. Репитеры, соответственно, используются для того, чтобы расширить зону действия DECT-сигнала в вашей синглсотовой сети. То есть на схеме вы видите, как расположены база и репитер, и, соответственно, трубки, которые находятся у абонентов. Здесь также отмечу, что в синглсотовой системе Gigaset поддерживается такая функция, как handover. Handover – это безразрывное переключение абонента, который идет там, по какому-то помещению там, да, от одной базовой станции там, к другой, да, или от одной базовой станции до какого-то репитера. То есть связь прерываться не будет. Далее у нас на слайде представлена микросотовая система DECT от компании Gigaset. Это продукт N720 IP Pro, это у нас базовая станция, и N720DM, это DECT менеджер, и, соответственно, к ним трубки. На сегодняшний день микросотовая система DECT может обслужить до 100 зарегистрированных пользователей и до 30 параллельных вызовов. Также в самой микросотовой системе может быть до 30, соответственно, базовых станций. Здесь помимо хендовера, который позволяет без потери связи переходить от одной базовой станции к другой, используется еще и
функция roaming. Roaming позволяет регистрировать, перерегистрировать вашу трубку, которая находится в одном кластере, да, и при переходе в другой кластер вы также можете пользоваться этой трубкой в этом кластере. Здесь представлено у нас решение сеть-телефонии на решениях на продуктах компании Gigaset Pro. То есть здесь мы видим микросотовую систему N720 и также проводные телефоны, да, которые тоже могут стоять у абонентов для тех сотрудников, да, для которых не важна мобильность. Здесь мы, как мы видим, в системе участвует один деп-менеджер 720 DM Pro. К ней подключены по локальной сети базовые станции, которые синхронизируются между собой по сигналу DECT. И затем эти базовые станции раздают сигнал на беспроводные трубки, которые представлены в самом низу. И, соответственно, в сеть по проводам подключены абонентские устройства проводные. Это Maxwell Basic и Maxwell 10S. Поговорим поподробнее о трубках, которые идут в микросотовой системе DECT. И помимо микросотовой, также и в синглсотовой. Самая младшая модель – это S650H Pro. Это самый бюджетный продукт для обычного пользователя, для обычного менеджера, которому просто нужна мобильность без каких-то дополнительных возможностей, там, вроде защиты по IP, там, наличие фонарика, либо там, наличие какого-то люксового какого-то премиального дизайна. То есть здесь имеется цветной экран, соответственно, HD-звук. Можете пользоваться адресной книгой и удаленной записной книгой, также получать вашу почту на данную трубку, то есть прочитывать какие-то сообщения, которые упали на почту, и, соответственно, вибро-оповещение о вызове. Как я уже говорил, это самая бюджетная, самая начальная модель, цена у нее самая минимальная, и на рынке она очень конкурентоспособна. Далее у нас идет трубочка SL750H. Эта трубка уже отличается большим размером экрана. То есть, если мы посмотрим на предыдущую, там было 1,8 дюйма, то в трубочке SL750H это 2,4 дюйма. Также трубка в премиальном дизайне, то есть она подходит для руководителей. Сделана она так, что она помимо того, что хорошо выглядит, но еще очень хорошо сидит в руке. То есть пользоваться ей не только приятно, но еще и удобно. Также данная трубка имеет Bluetooth для взаимодействия с ПК и мобильными телефонами или же там какими-то гарнитурами, которые также можно подключить к этой трубке. И по остальным параметрам, в принципе, довольно схожий продукт с предыдущей трубкой. То есть это, опять же, вибровызов, HD-звук и, соответственно, большое количество также часов в режиме разговора, что немаловажно, когда человек использует трубку целый день без ее дополнительной подзарядки. А также, что хотелось бы отметить в этой модели, так это разъем microUSB для подключения к ПК и зарядки данного телефона. То есть, если вы вдруг обнаружили, что ваш телефон разрядился, да, и у вас там, может быть, под рукой не оказалось базовой станции, через которую можно подключить через, грубо говоря, вот данный стакан, то вы можете использовать этот порт для подзарядки вашего устройства, чтобы быть всегда на связи. И последняя модель трубки, которая сейчас наличествует в продуктовой линейке компании Gigaset, это модель R650H. Это уже защищенная по IP65 трубка. Она полностью обрезинена, то есть какие-то внешние воздействия и внешние факторы, которые можно на нее повлиять, там сведены практически к минимуму. Да? То есть ее можно уронить на пол, ее можно, вот, грубо говоря, давайте продемонстрирую, можно ее ронять, можно ее не бояться того, что она упадет, и, соответственно, не только на пол, но и в лужу. Да? Как я уже говорил, IP65 позволяет выдержать не
долгосрочное нахождение в какой-то жидкости, да, в какой-то луже или там в ведре. Там, даже по презентации я расскажу, как данное устройство применяют в различных сферах. Вот, также данная модель оснащена встроенным LED-фонариком. Это очень удобно использовать, например, на складе, когда нужно где-то подсветить, что-то посмотреть при помощи этого фонарика, да, то есть очень удобное устройство. И также время разговора, время работы в режиме разговора этой трубки до 14 часов. Остальные параметры, как вы видите, довольно стандартные. Это HD-звук, виброповещение и удаленные записные книжки и адресные книги. Также хотелось отметить, что в большинстве проектов, где используется большое количество оборудования, там, Gigaset Pro, да, и где, так скажем, большой объект, очень сложный объект, мы рекомендуем использовать такой набор радиопланирования SPK Pro, который позволяет определить, на каком расстоянии вам нужно поместить в данном помещении, в данной локации базовую станцию, чтобы она в дальнейшем уже раздавала сигнал. Здесь на примере давайте рассмотрим, как это делается. Да? То есть, если мы посмотрим на предыдущий слайд, в наборе есть базовая станция и две откалиброванные трубки. То есть что нужно сделать, так это взять эту базовую станцию, где-то повесить в определенном месте и, соответственно, отходить двумя трубками, измеряя уровень сигнала. Когда уровень сигнала достигнет критического, вы это заметите, и, соответственно, примерно через какое-то расстояние от этого места нужно будет вешать еще одну базовую станцию, чтобы она работала вот с таким перекрытием, как показано на слайде. Вот. То есть, соответственно, при таком расположении и при таком планировании вы четко будете знать, что у вас не будет никаких мертвых зон на том объекте, где вы собираетесь использовать микросотовую систему DECT. И, соответственно, это позволит вам пройтись от одного конца данного объекта до другого в режиме разговора без потери связи. Как я уже говорил, хендовер и роуминг в микросотовой системе DECT наличны. Дальше, следующая модель, о которой хотелось поговорить, это у нас новинка, которая появилась у нас на складе недавно. Давайте я ее пробужу ото сна. Это у нас флагманский видеофон от компании Gigaset. Он представляет из себя 10-дюймовый сенсорный экран, в который встроена, соответственно, камера. Вот, работает данное устройство на операционной системе Android 5.1.1. Имеет три динамика. Это один бас и два общих звука. То есть продукт совершенно топовый. Совершенно топовый по своим характеристикам и по своему внешнему виду. Внешний вид вы также можете менять в зависимости от желания вашего заказчика. То есть данная трубочка, которая, кстати говоря, DECT, беспроводная. То есть ее можно использовать совершенно удобно, там, находясь на каком-то расстоянии. Тогда не заботьтесь о том, что вы запутаетесь в каких-то проводах и так далее. Соответственно, передняя панель у данной трубки может быть исполнена в 4 вариантах. Вот у нас в образце обычный пластик, но также это может быть трубка, исполненная под дерево, под, соответственно, карбон и под кожу, и, соответственно, вот наш вариант – это обычный пластик. Вот. Что хотелось бы отметить помимо этого? Помимо этого хотелось бы отметить, что… сейчас я переверну устройство, чтобы вам было видно. Данную трубку для удобства вы можете... Вы можете спокойно снять с одного конца устройства, да, то есть с левого, и, соответственно, переместить ее на правое. Здесь есть такая же заглушка, открыв которую, освобождается слот, в который вы можете, соответственно, переместить данную подставку. То есть для удобства можете использовать как с левой, так и с правой стороны устройства. Давайте я поставлю. Вот. Также что хотелось бы сказать по этому устройству. Устройство довольно-таки удобное.
крепко стоит на столе, потому что у него абсолютно полностью металлическая подставка. Вот она. Довольно-таки тяжелая, увесистая, что не позволит там каким-то движением спахнуть данный аппарат с вашего стола. Также в устройстве присутствует гигабитный порт и может осуществлять до 12 параллельных вызовов с широкой поддержкой бизнес-функций. То есть данный аппарат, как я уже говорил, работает на платформе Android. То есть на данное устройство вы можете через Google Market скачать какие-либо приложения, какие-либо бизнес-приложения, которые вам нужны, и, соответственно, установить их на данном устройстве. А помимо этого, хотелось бы также отметить, что формат устройства позволяет устанавливать и, соответственно, скачивать приложения, которые используют полноформатный режим. То есть в отличие от конкурентов, в которых размер экрана немножко другой, то есть он более узкий. Некоторые приложения могут проигрываться с какими-то дополнительными черными рамками там сбоку или там сверху. Получается, аппарат компании Gigaset Maxwell 10S позволяет использовать полнофункциональные приложения. Давайте пройдем дальше. Из новинок, которые обещают быть в конце этого года, хотелось бы отметить модель N780 IP Pro. Это также будет у нас такая вот базовая станция, как N720, только с расширенным функционалом возможностей. То есть если у нас на сегодняшний момент до 100 абонентов в микросотовой системе DECT, то будет порядка 250+. То есть это решение мы ожидаем к концу года, и я думаю, мы вас дополнительно об этом проинформируем. Также ожидается расширение линейки Maxwell. Между Maxwell 3 и Maxwell 10 появится Maxwell C. Это будет настольный проводной DECT-телефон, который будет работать в DECT-системе, но будет, соответственно, располагаться на столе. То есть для менеджеров, для сотрудников, которым не важна мобильность, но важно, чтобы они были в сети, корпоративной сети DECT, можно использовать будет такое устройство. То есть все новинки, как я уже говорил, мы проинформируем вас дополнительно. Также хотелось бы рассказать немножко о стратегии продаж компании Gigaset в России, как вообще устроены продажи. Компания Gigaset работает через value-added дистрибьюторов, через дистрибьюторов, которые очень глубоко разбираются в продукте, которые помимо этого оказывают еще и техническую поддержку и консультацию клиентов, то есть через такие компании, как IP-Matica. И, соответственно, уже компания IP-Matica взаимодействует с SIP-операторами, с системными интеграторами, либо с какими-то интернет-магазинами или другими клиентами. Вот. Соответственно, более подробно о программе авторизации. На сегодняшний момент есть три партнерских уровня. Gigaset – это самый начальный авторизованный уровень, серебряный партнер и золотой партнер. Из отличий хотелось бы отметить, что на авторизованный уровень вам нужно будет сделать там минимальные усилия, то есть нужно обратиться в компанию IP-Matica, и мы вам, соответственно, предоставим, там, заключим с вами договор, да, и, соответственно, будем работать по, соответственно, статусу авторизованного партнера. Чтобы получить статус более высокий, то есть Silver и Gold, нужно будет, соответственно, сделать определенное количество проектов в год. Да? То есть на сегодняшний момент для серебряного партнера нужно реализовать порядка 10 проектов в год, и для Gold золотого, соответственно, порядка 20 проектов в год. Давайте пойдем дальше. У меня по слайду здесь, наверное,
по этой таблице не имеет смысла, я думаю, много останавливаться, говорить. Это, в принципе, все можно будет посмотреть, прочитать, ознакомиться. Да. Ну, как я уже сказал, главные параметры – это количество реализованных проектов в год. Вот. То есть, соответственно, данную презентацию вы получите по окончанию вебинара, так что можно будет с этими параметрами дополнительными поближе познакомиться. Из преимуществ, которые получает партнер при взаимодействии с нашими двумя компаниями, компаниями Gigaset и компанией Pimatica, можно отметить техническую и предпродажную поддержку. То есть, если у вас какие-то есть вопросы, есть какие-то сомнения или нужна консультация специалиста, как нашего компании Pimatica, так и компании Gigaset, мы с радостью оказываем такие услуги совершенно бесплатно, помогаем в любых проектах, любой сложности. Соответственно, если нужно радиопланирование, помогаем вам с поставкой, соответственно, комплект для радиопланирования, даем вам какое-то обучение, или если у нас есть свободный специалист, выезжаем сами и делаем это вместе с вами. Вот. Соответственно, проводим обучение, как компания Pimatica, так и компания Gigaset. То есть, рамки могут быть совершенно различные. Это может быть формат вот нашего сегодняшнего, например, вебинара. Это может быть формат личной встречи в офисе. Это может быть какой-либо другой формат, там, да, ранее оговоренный. Также это маркетинговая поддержка. Можно будет разместить у себя на сайте соответствующий логотип какого-то статуса, да, там, gold, silver, либо авторизованный, и, соответственно, уже идти с данными маркетинговыми фишками, там, да, к вашим заказчикам, к вашим партнерам и говорить, что вот у нас есть статус, мы авторизованы, мы умеем работать с данным оборудованием, мы тесно работаем с нашими поставщиками и, соответственно, производителями, и мы очень компетентны. Вот, помимо этого, там всевозможные маркетинговые материалы, там как печатные, так и электронные, также предоставляем. То есть полный функционал маркетинговой поддержки мы предоставляем. Далее хотелось бы поговорить более подробно о примерах использования микросотовых систем Gigaset Pro, вообще где это применяется, кому это нужно. Когда вообще нужна микросотовая система DECT? Микросотовая система DECT очень часто используется для обеспечения мобильности сотрудников на каких-то больших, либо больших площадях, либо нескольких этажах, где разные кластеры, там, например, одна компания, три этажа, и нужно обеспечить связью там, все эти три этажа, там, да, то есть, соответственно, будет разноситься все по кластерам. Вот. И то есть в тех местах, где, например, невозможно использовать там, проводные какие-то решения. Да? То есть главу угла в применении микросотовой системы является обеспечение качественной беспрерывной связи для сотрудников. То есть, соответственно, если мобильных, то это вот у нас мобильные решения трубки Gigaset, и в скором будущем, как я говорил, будут и проводные решения. Что вы получаете, что клиент, что пользователь получает в итоге? В итоге клиент получает стабильную, качественную, как я уже говорил, связь, будет всегда на связи, будет всегда осведомлен о каких-то новых сообщениях, которые приходят к нему на почту, на трубку, и, соответственно, будет получать некую конфиденциальность своих разговоров, потому что, как мы знаем, DECT-сигнал довольно-таки сложно взломать. То есть нельзя просто подойти с какой-то сторонней трубкой и очень просто зарегистрироваться на данных устройствах. То есть здесь момент конфиденциальности, он присутствует. По сферам применения. Одна из самых таких популярных сфер применения – это автомастерские. На слайде показан автомеханик, который, соответственно, стоит под машиной. И если у него там возник какой-то вопрос, нужно какое-то уточнение, там, либо у менеджера, либо у своих коллег других, соответственно, он может воспользоваться защищенной трубкой R650, которая имеет защиту по IP65, и, соответственно, брать ее, соответственно, грязными руками, тогда он может ее уронить, соответственно, на бетонный пол.
может уронить ее в какую-то лужу, там, да, это будет там, масло либо вода, и, соответственно, протерев ее, там, да, может в дальнейшем ее использовать. То есть в таких местах, где есть агрессивная среда, есть возможность того, что аппарат может быть, может оказаться на полу, там, да, лучше использовать защищенные решения. Также довольно-таки популярная сфера использования – это склады. Стоит отметить, что как только мы познакомились с решениями от компании Gaset, как только мы познакомились с Microsoft и DECT, мы сразу же решили попробовать и поставить данную систему у себя на складе, потому что склад у нас довольно-таки большой. И, соответственно, раздали данные трубки нашим кладовщикам, ребятам. И, соответственно, ребята сразу оценили, насколько удобно пользоваться данной системой, да, по сравнению с предыдущими, может быть, там, косимерскими какими-то решениями пользовательскими, да, которыми обычно пользуются на складе, либо проводными устройствами. То есть человек может находиться абсолютно в другом конце склада, там, да, формировать заказ, и вдруг к нему приходит сообщение, например, на почту, там, докомплектовать данный заказ там, каким-то количеством устройств. Соответственно, кладовщик, получая такое уведомление, может быстро все это дело просмотреть, добавить, не подходя на свое рабочее место, где у него стоит стационарный компьютер. Вот. Также, как я уже говорил, на складах лучше использовать оборудование, которое противоударно, да, и имеет IP-защиту. Это наша трубка, которая представлена у нас на столе, это Gigaset R650, которую можно уронить. Можно уронить ее на пол, можно уронить ее в какую-то лужу, там, да, протереть и пользоваться дальше. И также, как я уже отмечал, у данной модели есть встроенный фонарик, с помощью которого можно какие-то темные места подсветить на складе. Вот, там, какой-то портнобер прочесть, либо другие вещи посмотреть. Также очень популярно в автосалонах, потому что менеджеры постоянно находятся на подиуме, постоянно общаются с клиентами, и если есть какой-то вопрос, нужны какие-то уточнения, соответственно, менеджер может быстро достать трубку из кармана и, соответственно, набрать своим коллегам, уточнить какие-то моменты. Производство. Производство, так же, как и складское помещение, особо нуждается в защищенных аппаратах, вот, потому что возможно, какая-то агрессивная среда, там, да, либо какая-то вода, либо какое-то там масло может быть разлито на пол, да, то есть, соответственно, аппарат может быть уронен на пол, либо в эту лужу, и, соответственно, лучше использовать защищенное устройство. И также, как я говорил, производственные помещения довольно-таки большие, то есть они примерно сопоставимы со складом. Вот. И на таких больших расстояниях, соответственно, человеку нужна определенная мобильность, чтобы он постоянно был на связи. Микросотовые системы применяются не только в промышленных организациях, но и в организациях пользовательского спроса, да, такие организации, как магазины. Надо отметить, что продукцию Gigaset можно часто встретить в компаниях Leroy Merlin, в компаниях Magnit, в таких магазинах, как Magnit, либо X5 Retail Group. Можете посмотреть, как будете в магазинах, обратите на это внимание. То есть, опять же, помещения очень большие, и для мобильных сотрудников очень важно постоянно находиться на связи. Также это из сферы применения также спортивные объекты, где нет возможности быстро подойти на свое рабочее место, соответственно, получить какое-то уведомление либо звонок. Очень удобно использовать, соответственно, микросотовые системы и беспроводные аппараты. В гостиницах можно даже сказать, что, наверное, самое широкое применение продукции Gigaset – это в гостиницах, потому что можно установить помимо микросотовой системы беспроводных устройств еще и проводные устройства, то есть как номера, так и менеджерам. Это, например, может быть Maxwell 10S, который можно поставить либо в кабинет руководителя, либо в кабинет в номер люкс-класса. То есть данное устройство позиционируется как устройство самого высшего уровня, то есть
в люкс-номерах находит очень широкое применение. Также для мобильных сотрудников, как я уже говорил, можно оснастить их микросотовой системой, соответственно, беспроводными трубками. Это может быть ресепшн, да, человек, который решает постоянно какие-то срочные вопросы, да, которым нужно кому-то срочно позвонить, у него может быть данная трубка. И также это горничные, которые выбирают номера, которые, соответственно, работают с всевозможными там тряпками, ведрами, да, в которых есть вода, и не наровен час можно данный аппарат туда окунуть, то есть, соответственно, лучше в таких применениях использовать защищенные трубки R650H от компании Gigaset. И, наверное, последняя сфера применения, ну, последняя, там, о которой мы подумали в рамках данного вебинара, но на самом деле сфер применения может быть намного больше, то есть здесь все ограничено только фантазией самого конечного заказчика, это банковская сфера. Также для обеспечения мобильности определенных сотрудников очень удобно использовать беспроводные трубки, вот, которые обеспечивают, как я уже говорил ранее, определенную конфиденциальность ваших переговоров. Далее хотелось бы плавно перейти к реальным проектам, потому что теория, конечно, хорошо, но хотелось бы посмотреть, как это в реале имплементируется на реальные проекты. Здесь мы постарались собрать не только наши проекты, которые были осуществлены компанией IP-Matica, но и также собрали несколько международных проектов. Один из таких международных проектов – это компания Walter Mauser, в которой насчитывается порядка 200 сотрудников. Эта компания занимается производством кабин для тракторов. Вот, соответственно, слева видите продукцию компании, и справа видите офис и производственные мощности. Компания австрийская, основана в 1960 году, и на своем производстве данная компания разместила вот данную спецификацию. Да, это один Duct Manager, который, соответственно, управляет всей сетью и базовыми станциями и трубками, и, соответственно, 29 базовых станций, которые располагаются в офисах, производственных и складских помещениях, и 79 трубок, как вы видите, SL750 и R650. SL750, хочу напомнить, это премиальная модель, которую, соответственно, предоставили руководящему составу, и R650 для работников, которые могут данное устройство часто ронять. То есть это производство либо склад. Следующий проект – это уже наш проект, который был реализован в прошлом году. Это проект из солнечного Казахстана. Проект обеспечения микросотовой системы DECT оперы Астана. В данном проекте использовался один DECT менеджер, 30 базовых станций, которые, соответственно, были размещены по данному зданию, и 52 трубки, как в прошлом проекте, это SL750 и R650, защищенные по IP65, извиняюсь. Также наш проект, проект из Беларуси, это гостиничный комплекс M1. Если вы внимательно посмотрите на картинки, то можете заметить то, что это не одно здание, это комплекс зданий, которые располагаются на определенной территории. И, соответственно, данные здания все были оснащены DECT-микросотой. Каждое здание в своем кластере. Соответственно, человек, который работает в одной компании, может перемещаться там, между данными зданиями, да, и использовать одну и ту же трубку для разговоров со всей микросотовой системой DECT. Соответственно, в данном проекте использовался один DECT-менеджер, который управляет всей системой, 29 базовых станций и 47 трубок двух видов. И, наверное, последний проект, о котором хотелось бы рассказать, это также наш проект, уже реализованный в России, в городе Москва. Это официальный дилер Mercedes-Benz. Как я уже говорил, для мобильных сотрудников дилерских центров
продаже автомобилей, очень удобно использовать беспроводные трубки, которые добавляют мобильности менеджер. Да? Спецификацию, в принципе, видите на экране. Один дек-менеджер, 10 базовых станций и 10 дек-трубок. Что получает заказчик при развертывании микросотовой системы Dect от компании Geosat? Так это полноценное решение для телефонизации, то есть каждый абонент будет всегда на связи, будет обеспечен этой связью в очень удобном формате, в формате там, достал из кармана и позвонил в любой момент любому из своих коллег. Также это такие функции, как роуминг и хендовер, которые позволяют, соответственно, общаться бесперерывно на каком-то объекте и переходя из одной части здания там, в другую, да, и превосходное качество сборки и качество продукции, да, подтвержденное 2-летней гарантией. Как я уже говорил, компания Gigaset производит всю свою продукцию в Германии, да, то есть это очень качественный продукт. Также это бесплатная техническая поддержка как от компании Gigaset, так и от компании Тематика и, соответственно, продукт цена-качество. На сегодняшний день по рынку это, наверное, самый выгодный, самый эффективный продукт по данным параметрам. Коллеги, у меня, наверное, по презентации все. Если у вас есть какие-то вопросы, давайте их обсудим. Ну что, коллеги, вопросов нет. Тем не менее, на данном слайде представлены мои контакты. То есть, если какие-то вопросы появятся, нужно будет какие-то уточнения либо дополнительная информация, то не стесняйтесь, обращайтесь. Поможем вам в любом вашем сложном вопросе, в любой момент. Так что не стесняйтесь, как я уже говорил, да, обращайтесь. И удачных продаж. Всем спасибо.